Антоний. Привет, друзья, я в Париже, знаменитая арена тут, идем в сторону своей гостиницы, не знаю, как туда добраться, посмотрим, здесь это парк Берси, это район Берси, Беркли, Берси, я не знаю, как это правильно называется. Антон тут, а вот здесь. Короче, вокзал огромный, сотни автобусов. Короче, я вообще потерялся. Гранд Холл, понтон. Вот это понтон называется. Вы знаете, что это такое? Огромнейшее здание. Огромнейшее здание. Посмотрим, какая это улица. Дойдем до улицы. Это метро. Нам не нужен. Нам нужен. Это метро. Метро Берси. Вон там. Метро не нужен. Нам нужна светофор. Где он находится? Как? Метро Берси. Мы поехали. Уставший, как собака. И то я стараюсь что-то снимать. Потому что сегодня погода отличная. Париж. Берси кафе. Наверное, вот тут я буду бродить как-то. Посмотрим. Вот это здание огромное. Я не учил, конечно. Что за здание? Не надо в другую сторону. На мою улицу. Выйди, Берси, не надо. Это не моя улица. Огромнейшее здание. Что за здание? Что они на ворот? Смотрите, туда, сюда. Камера это не передает. Сейчас не надо идти. Светофор. Где этот светофор? Вот светофор надо идти. Это туда. А я должен идти сюда. И там, во. Короче, по-моему, я что-то понимаю сейчас. Там светофор, там не моя улица. Я должен обратно идти. Короче, ой, метро парижское. Какой интересный, зеленый. Маленький. Короче, я иду в поиск своей улицы. Надеюсь, удастся мне. Там написано 16 метров, но вряд ли. Там больше метров. Надо идти. Монстр вот, понастроить. Что это такое? Никто не знает. Такси. Бус не надо, такси не надо. Смотрите, плантун, как и называется по-французски, я не знаю, что такое. Ой, погода хорошая сегодня. Уже, да, я уже чувствую, что я
Париже. Он не сравнит ни с каким городом. По-своему. Вон там светофор, и вот-вот, по-моему, я должен туда пойти, и все. Сориентировался. Я не знаю, я не умею с навигатором, все слепую. Уже в ночи шикарно, видите, какая чистота, красота. Чувствуется огромный город. То, что у нас в Антверпене, маленькие дома. Тут уже чувствуется огромный город. Я только иду вокруг вот этой станции автобусной. Вот этой. Никуда даже не пришел. Метро, наземное метро, смотрите, ребят. Какая красота. Наземное метро. Ой. Это здорово. Почему VIP написан, тоже непонятно. Метро сейчас. Да. Фиру метро. Полистка. О, пустое, конечно. О, река Сена тут. Короче, я как понял, туда, видите, где эта женщина идет, туда я должен перейти, на другую сторону, и там идти, потом, а может, почему он показывает так, не так. Короче, должен пойти туда, метро. А почему они? Париж во всем свете. Когда на свете, я вот река Сена, видите? Река Сена. Там велосипедисты тут ходят. Почему у меня направо? Ага. Ну, там же велосипедисты ходят. Почему у меня туда направили? Короче. Люди не ходят. Где-то быстрее, темнее. Там указатель перейти. Я не вижу там люди, чтобы ходили. Я не стал переходить.
на свой риск и страх иду в другую сторону и посмотрим. Почему не так? А, на Велич. Там было треть. Тут, скажем, пешеходы ходят, там велосипедисты. Хорошо, что я туда. Смотрите. Это Берси. Район Берси, Париж. Находимся в Париже. А что я тут кругами хожу? Вот непонятно. Вот идиоты. Честных слов. Оттуда можно было выйти, все. Здравствуйте. Нет, обязательно надо. Тут она закрыта. Короче, я иду на свой страх и риск. Если придется обратно прийти, что сделаем? Обратно придем. Мы же не можем. Просто я там не вижу людей, на то, что там смотрите. Там должны быть люди, там их нет. И тут тоже их нет, конечно. А может быть туда надо было вперед идти. Ага, идут. О, идут. Что-то я. Тут река Сена, это другая сторона города, тут Берси, это этот центр. Балконья, ну, наверное, там. Вот тут бездомные сейчас, посмотрим. Такая история, ребят, сейчас я не буду долго идти. Ну, видите, да, сами Париж, ее окраины, это центр города. С вами был одинокий Джейсон.
Я сейчас буду идти. Вот, смотрите, как называется. Место Бесы. Вот такое дело. Давайте я здесь гостиницу буду искать.